Жирау – это основа, настоящий фундамент для музыкальных традиций кочевых народов. Особенность этого древнего фольклорного направления в гармоничном симбиозе поэзии, музыки и исполнительского мастерства. Главные жанры искусства жирау – сказания, философское размышление и лирические произведения. Большую популярность они приобрели в Центральной Азии в 15 веке. Одними из ярких и легендарных певцов-сказителей были Асан Кайгы, Кастуга, Доспамбет, Шалкиз, Жиимбет и Маргаска. В своих произведениях они затрагивали важные общественные вопросы, играя значимую роль в развитии культуры казахского народа. Отметим сегодня жирау – это духовное наследие поистине всего центральноазиатского региона. В тюркскую эпоху сказателей жирау в Центральной Азии называли узанами. Именно в те времена и развивалось это искусство в казахских степях. Азиатские бахше, азербайджанские ашуки, тюркские узаны. Хоть они называют себя по-разному, их стиль, их подача, их историческое прошлое – все это имеет общие корни. Это ярко отражается в искусстве, музыке, культуре наших братских народов. И искусство – это колыбель дружбы и родства. Сондықтан да өнер бұл достықтың, бауырластықтың тал бесігі.